мы реализовывали в последний год, он посвящен решению такой интересной проблемы, что нам делать с таким пространством, которое называется ВДНХ. То есть в стране существует такое вот то, что раньше называлось ВСХВ, потом ВДНХ, выставка достижений народного хозяйства, сейчас ВВЦ. Ну, наверное, все вы знаете, что это такое, кто-то наверняка там когда-нибудь в своей жизни бывал. И появилась задача сделать из этого пространство будущего, то есть подумать, как можно поработать с советским наследием так, чтобы оно стало ключом к развитию страны снова. Потому что чем было ВСХВ, ВДНХ? Это был такой социальный трансформатор. Человек заходил в эти ворота, как в портал, проходил их, видел там образы будущего, которые были невозможны в его действительности, у него менялась идентичность. Заходил туда неверующим, выходил верующим советским колхозником, например. И этот механизм очень сильно работал, очень долгие годы, потом сломался после гибели Советского Союза. И сейчас это пространство, в котором куча самых разных смыслов, куча образов с разных эпох, разных проектов, и никто особенно не знает, что это такое. Была собрана очень сильная команда, в которой я работал, которая занималась проектированием, преображением этого пространства. Вот. Сейчас я кое-что покажу, как результат этой работы. Была собрана матрица, то есть мы попытались придумать, как можно преобразовывать территорию не с точки зрения архитектуры. Вот то, как это здесь делает Стрелка, они собирают рабочие группы и придумывают новые архитектурные образы. А наша группа считала, что это недостаточно глубокий взгляд, что до того момента, как поработают архитекторы, до того момента, как поработают бизнесмены, до того момента, как поработают инженеры, принципиально необходима более глубокая проработка этого. То есть необходимо масштаб понять, необходимо понять системность объекта, надсистемность объекта, с какими точками, событиями, образами он связан, какие функции он выполняет. И обычной профессиональной подборкой каких-то профессий эта задача не решается. Мы создали такой глобальный круг, то есть в котором вы видите звездочки, это проекты. Каждый проект одновременно может относиться к решению задач собственного ДНХ, к решению задач Москвы, России и мира. И я сейчас поподробнее немножко об этом расскажу. Здесь видна карта этих проектов, их не видно, но приблизительно все что-нибудь такое расскажу. Например, вот у нас есть там такая штука, как система виртуальных экранов. Мы подумали о том, как можно решить проблему с вот этими павильонами ВДНХ, ужасные советские павильоны, которые стоят, гниют, внутри них ничего невозможно сделать. Это архитектурные объекты. Как их превратить в живое пространство, в котором можно было бы коммуницировать? Как можно было бы обратить их лицом к молодежи? Выглядит это примерно так. Смотрите, да, на внешние пространства этих павильонов используются как огромные интерактивные экраны. Вот он сбоку, да, с неким навесом от дождя. Каждый этот экран одновременно является рабочим пространством для всех тех, кто хочет перед ним поработать. Ну вот представьте, что здесь все то же самое, как сейчас, но вы сидите на зеленой травке. У вас у каждого в зеленой травке спрятано подключение к ноутбуку, есть хороший Wi-Fi, как сейчас. Но вот этот интерактивный экран, он не принадлежит мне, а принадлежит всем вам. То есть все, кто сели в этом пространстве, географическом, очень близко, одновременно получают права на редактирование этого экрана. Вы можете вместе играть в нем в игры. Вы можете проектировать проект. Можете там, я не знаю, обсуждать фильм, книгу и так далее и тому подобное. При этом, естественно, так как это постоянный интернет, ваши друзья из любых других мест тоже могут в этом участвовать. То есть мы попытались превратить в ДНХ, в этой концепции, в такой огромный бурлящий, кипящий поток молодежи, которая здесь собирается, придумывает свои проекты, развивает их. Что сегодня в мире, когда с одной стороны, идет тенденция к смешению функций разных учреждений, да, там бизнес сочетается с развлечениями, развлечения сочетаются с наукой. У нас уже нет там одновременно education и entertainment, да, появляется entertainment и все остальное. А одновременно существует другая функция. Те места, где люди хотят создавать что-нибудь новое, они хотят отделяться от остальных.
То есть если вот сейчас нагнать сюда, переместить тех людей, которые смотрят Формулу-1, работать здесь будет невозможно. Да? То есть одновременно, при этом это пространство открытое. Стрелка очень хороший пример того, как это может работать. Мы разделили ВДНХ на несколько зон. То есть вот первая зона, если вы ходите в портал, вот здесь вот, это короткая зона, которая открытая, которая где-то за час вы можете по ней погулять. Погуляться по центральной аллее, покушать мороженого, там что-нибудь такое посмотреть на памятники. Есть зона, которая, где надо гулять чуть дольше. Это зона, где появляются спортивные мероприятия, где появляются какие-то торгово-развлекательные центры. Сюда можно прийти уже на полдня. Вот так вот. Есть зоны, в которых люди работают постоянно. То есть, что мы хотим сделать? ВДНХ сегодня последнее место в Москве, которое еще не подвержено радикальным архитектурным изменениям. То есть, если посмотреть на сегодня, где сегодня в Москве возникают так называемые креативные кластеры. Ну, практически в 100% случаев они возникают на территории бывших промышленных объектов. Это Флакон, это Винзавод, это Даниловские мануфактуры. И эта стрелка, и это ключевое ограничение таких пространств. То есть вот здесь хорошо, но представляете, как здесь печет, когда здесь солнце, здесь негде спрятаться. Между тем, любому человеку для по-настоящему эффективной работы и отдыха необходимо другое. Ему необходимо сочетание возможностей отдыха и возможностей работы. И ВДНХ сегодня это последнее место, в Москве точно совершенно, для такой еще можно организовать. И мы придумали проект, который мы назвали «Кварталом». «Квартал Каюк». Ну, представьте себе, это несколько тематических кварталов, там, трехэтажных домов, в которых реализована аренда по принципу...